Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня хочу с вами поделиться вот таким вот совершенно изумительным узором. Я в восторге от него, вот правда. Вот двухсторонний, одинаков там и там. Короче, можно вязать шарфы, снуды. Плохо, конечно, на белом фоне видно, девчонки, но я надеюсь, что вам видно хорошо. Вот, нашла на просторах интернета без никаких признаков авторства. Схема, фотография свитера. Вот, мне пришлось, вот я вам скажу, я начинала с раза три вязать, ведь что-то никак не могла я врубиться в эту схему. Вот мне пришлось на чулочной глади, на лицевых петлях в моей головушке это отложить, а потом я уже попробовала именно вот этой пышной резинкой, так как в оригинале. Вот, сейчас вам покажу один сектор, который состоит, вот, если вот смотреть, вот видите, вот этот один ромбик, вот это и есть наш раппорт. Вот, но они расположены в шахматном порядке, эти ромбы. Вот, вот она наша часть, и вот она наша часть, как бы, вот этот квадрат. Сейчас мы его свяжем, потом вы сможете совместить это все дело в то количество, которое вам нужно. Значит, я набрала, сейчас покажу вам, узор это не английская резинка, а пышная резинка. То есть я провязывала петлю под петлю. Сейчас я вам все покажу. Значит, состоит этот сектор из 16 петель, плюс я добавила 4 и 4, вот здесь вот видите, у меня в начале и в конце по 4 петли дополнительных. То есть если вы потом будете набирать их, конечно, не обязательно, но мне кажется, что уж слишком потом будут острые углы здесь. Хотя для шарфа и снуда это красиво, да, вот эти волны по краям, это будет очень красиво. Вот. Итак, я набрала 24 петли. И вот эти 4 петли, включая кромочную, у меня они просто как дополнение. Вот, значит, первую петлю снимаю и 3 петли провязываю. Вот, так, вот таким вот образом я провязываю не классическую лицевую, а петлю под нее. Так, первый ряд. Я провязала 4 ряда, как бы, начала. Сейчас мы вяжем узор, начиная с первого ряда. Значит, 2. 3. На схеме у нас 2 петли дополнительные, у меня же их 4. Вот там видно вот этой полосочкой отделен раппорт. Значит, 4 петли. Очень важно, чтобы узор начинался. Это в первом ряду, потом оно все совпадет с изнаночной петли. Далее мы провязываем 3 петли вместе изнаночной. Я, вы знаете, я все-таки сюда добавлю маркеры, чтобы отделить эти 16 петель. Итак, вот 4 я отделю здесь. Да просто, чтобы видно было хорошо. И 4 здесь. 1, 2, 3, 4. Теперь я вяжу по узору 12 петель. То есть я провела 3 вместе изнаночной, теперь вяжу 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И вон наша последняя 16 петля. Из нее нам нужно вывязать 3 петли. Но опять же я беру не в петлю, а под нее, точно так же, как я вязала здесь петли. 1, 2, 3 петли. Так. И провязываем вот эти вот наши 4 петли по узору. Если же у вас длинное полотно, вы здесь начинаете вот от маркера. Эти 4 петли только в начале и в конце ряда. Изнаночный ряд. По узору провязываем. Так, здесь вот наши 3 петли по узору. Здесь у нас была лицевая последняя, значит вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная. И здесь лицевая только под низ.
Все совмещаем, все узоры везде совмещаем, сопоставляем, чтобы все у нас было совмещено. Что я не туда? Я не туда подцепила или оно у меня перепрыгнуло? Вот после трех вместе у меня маркер должен стоять здесь. Думаю, что такое, у меня три петли осталось, не может такого быть. Так, изнаночная, лицевая, вот 4, все правильно. Изнаночная. Так, третий ряд. На самом... Так, третий ряд. Снова эти 4 петли у нас неизменны. Снова после маркера 3 петли вместе изнаночной. Теперь у нас внутри петли, здесь вот петли уменьшаются. Если у нас было 12, то сейчас у нас 10 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот смотрите, здесь у нас последняя петля вот из этих трех, которые мы вывязали с одной. Теперь из этой последней петли мы вывязываем 3. Раз, два, три. И вот те две петли, которых нам не хватает здесь, они вот здесь уже после этих добавлений. Мы их просто провязываем. Они перемещаются. И вяжем до конца ряда. Изнаночный ряд снова по узору. Далее я изнаночные ряды показывать не буду, просто вы будете знать, что они вяжутся по узору. Первые 4 петли. Далее снова вот эти 3 вместе мы всегда вяжем после маркера, то есть перемещается у нас только вот эти добавления из одной петли по 3. Сейчас мы, теперь у нас здесь 8 петель, каждый раз до следующего как бы прибавления у нас уменьшается по 2 петли. Здесь даже можно и не считать впоследствии, просто вы доходите вот до этой тройки, которая у нас добавлена, и из первой петли вы вывязываете 3, остальные 2 петли у нас уходят влево. Мы их, это следующий как бы ромб уже у нас образовывается, мы их просто вписываем в узор и провязываем. Изнаночный ряд. Так, седьмой ряд. Четыре петли до маркера. После маркера сразу 3 петли вместе изнаночной. Здесь уже у нас 6 петель. Здесь, видите, добавляем 3 петли вместе из одной. Вот здесь вот видно, они уходят вправо, эти как бы троечки, и образуют такие вот дырочки прекрасные. А здесь у нас добавляется следующий ромб. Образовывается, в принципе, ромб, который у нас будет расположен в шахматном порядке. Так, возьму восьмой изнаночный ряд по узору. Так, девятый ряд. Все точно так же. 4 петли. После маркера 3 петли вместе. Количество петель у нас не изменяется. Оно здесь убавляется, здесь восполняется все. Только вот уходит оно вправо-влево. Так вот, раз, два, 3, 4, уже видите у нас, и здесь вот видно, 1, 2, 3 добавляем, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 петель после добавления, здесь 4, то есть те же 12 петель, только они разделены. 2, 3, 4 петли после маркера, изнаночные без изменений, 11 ряд. Четыре петли до маркера, после маркера 3 изнаночные, 3 вместе, далее здесь у нас 2 петли, 1, 2, 3, добавляем, здесь у нас 10 петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 4 после маркера. Тринадцатый ряд, 12 изнаночный без изменений, 13 ряд, 2 маркера без изменений, теперь после маркера 3 вместе изнаночные, и сразу же делаем вот эти вот добавления. Здесь уже у нас уже нет этих петель. 1, 2, 3. Все 12 петель у нас переместились сюда. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот они. И 4 петли после маркера. Вот видите, здесь у нас завершился уголок, здесь он образовался. И так они и идут в шахматном порядке. Изнаночный ряд без изменений, 14, 15 ряд. Здесь мы уже находимся в половине, 4 петли до маркера. И здесь вот еще раз мы делаем 3 вместе изнаночные. И вяжем до конца ряда. Вот единственный ряд, в котором, ну, этот и следующий. Не, этот единственный ряд, в котором не совпадают как бы количество петель. Здесь оно у нас меньше. Но это только один раз. То есть здесь в этом ряду у нас есть убавление, а добавления нет. Так, 16 ряд без изменений изнаночный. Так, 17 ряд. Все перемещается на одну петлю сюда. Вот видите, я уже и запуталась, потому что добавлять мы можем только в этих лицевых. То есть сейчас там на схеме написано в следующем ряду, но у нас на самом деле вот... Вот сейчас мы делаем что? Мы добавляем из этой петли, то есть переносим маркер. Здесь у нас 3, вот эта четвертая петля, из нее мы делаем 4. Это в 17 ряду. В 17 ряду мы перемещаемся. Здесь у нас 12. О, здесь мы вяжем до конца ряда и перемещаем вот этот маркер вправо. То есть все вязание у нас, раппорт уходит на одну петлю слева направо. Вот здесь у меня были сложности, я все не могла никак сообразить это все. Вот здесь вот мы переносим
маркер на одну петлю вправо. Здесь у нас 5, а в начале у нас 3 петли получается. Вот для чего нужны еще эти дополнительные петли. Ну, конечно, не в таком количестве, но нужны, чтобы мы могли перемещать. Так, изнаночный ряд без изменений, 18. На схемке немножечко не так нарисовано, поэтому у меня были такие непонятки в понимании этого узора. Я что-то никак не могла его сопоставить, это все в кучу. Вот. Так, теперь у нас все как бы... Добавления у нас будут в начале ряда, а убавления будут в конце ряда. То же самое мы теперь вяжем, только вот таким вот образом. Здесь, помню, у нас 3 петли сейчас. Ага. Значит, 2 петли у нас уже, видите, вот эти наши 3 петелечки, 2 петли у нас уже уходят сюда. А теперь добавлять мы будем из третьей петли. 1, 2, 3. Так. Здесь у нас будет образовываться следующий клин. Уже 2 петли туда ушло. Сейчас мы 19 ряд у нас. Здесь мы вяжем 10 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, потому что 2 уже у нас уже ушли в ромбик. Вот. И в конце наши 3 изнаночные. Так как у нас в первой половине было 3 изнаночные в начале, о, 3 вместе изнаночные в начале, здесь у нас эти 3 вместе изнаночные в конце. И в конце 5 петель. Изнаночный ряд без изменений. Так, 21 ряд. Здесь теперь 4 петли, 1, 2, вот смотрите, троечка, 2 петли провязываем, а из третьей добавляем, делаем 3. Ой, 1, 2, 3, здесь у нас будет 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8. И 3 вместе изнаночной. Три раза не могу провязать. Так. Изнаночный 22 ряд без по узору. 23 ряд. Петли до маркера, далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, видим, да, мы этот ромб отсюда вывязываем, 3, вяжем, 4, 5, 6, тоже вместе изнаночной. Потом уже будет легче. Вот важно разобраться в начале, вот понять, что куда перемещается. А потом уже просто. И очень красиво получается. Так, изнаночный. Это у нас 24 ряд, да? Нет, это у нас уже 20. Шестой ряд. Угу. Да, это у нас 26 ряд, по-моему, девчонки. Вот смотрю по схеме, 26. Так, 27. 5 петли, маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
раз, два, три, и здесь 4 петли у нас, да, 27 это 3, 4, 3 вместе изнаночной и до конца ряда. Двадцать восьмой без изменений по узору изнаночной. Двадцать девятый ряд. Приближаемся к концу. Здесь у нас уже 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. С 11-го, с 11-й вывязываем 3 петли. Здесь 2. Ось. 2 петли и потом 3 вместе изнаночной. 3 вместе до маркера. Ведь осталось здесь 2 петли между ними, и изнаночный 30-й ряд. И последний 31-й ряд лицевой. Вот уже видно, да, что вот этот вот ромб и вот этот у нас, вот он, дополнение, и второй ромб. То есть у нас такие, эти ромбики расположены, будут располагаться в шахматном порядке. Так, 31 ряд последний. Вот здесь последний раз мы делаем 3 вместе, 3 петли вывязываем и 3 вместе изнаночной. Все, изнаночный 32 ряд вяжем по узору, и далее начинаем с первого ряда узор. Вот он, наш раппорт. Совершенно чудный узор, девчонки, я прям в него влюбилась. Обязательно себе что-то свяжу, не знаю. И джемпер классный будет, и шарф будет классный. Вот не знаю, может, и шапку даже попробую так-то сотвору. Там тоже, я думаю, будет красиво. Вот, пишите свои мнения, девчонки, что бы вы связали этим узором. Ну, правда же, чудный. Ну, чудо, ну, чудо. Вот, ну, вот, кстати, из толстых ниток, видите, как он выглядит, да, из тонких, из толстых он выглядит со всех, короче, в любом виде он выглядит шикарно. Все, девчонки, на сегодня все, с вами была Вика, школа рукоделия, всем пока-пока.